Ну, днем рождения, открывай. Днем рождения. А там есть еще что-то? Что там огромное? Сядь. А ты прочитал, да? Да. Тут-то что было написано? Деревянный образ. Надо... Ура! Мама, надо писать. Ну давай, теперь папа надо толкает писать. Речь. Надо писать. Деме Астас. С днем рождения. Что? Мы... Это я! Мы... Даже Челси танцует для тебя. Ну-ка, станцуй, Челси. Танцуй! Танцуете, да? Это что? Машинка на радиоуправлении, наверное. Нет. Это что? Это телефон. Да, коробку только аккуратно открывай. Это не рви, как не рви. Мама, папа, помоги. Да, это телефон. Сядь нормально, Дем, сядь это нормально. Телефон или планшет? Сядь ровно, Дем, что ты лежишь? Это телефон или планшет? Это телефон или планшет? Что тут? Подожди, Стас. Как его тут? Ты а просто открой, ты... Я просто открываю, вот и снимаю все липучки, будет открывать сам. Мама, это мне щекотно. Щекотно, тебе щекотно. Где пока тебе? Ты что? И что, никому ничего не предложишь, что ли? А рядом сестра у тебя? Телефончик или планшет, потому что тут папа, вот это такая штука, как у папы. Аккуратненько открывай. Нет, 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 нет. Это телефон. Что там? Пожалуйста. Телефон. Это не телефон, это планшет. Какой-то... Руками-то грязными уже. Огромный колокол. Заляпанный колокол. Это Дюма уже пальчиками своими успел заляпать. Аккуратно с ним обращаться. Его, наверное, надо почитать, может, его залежать надо. Мама, можете дать мне сюда? Это котовый пойдет. Вот сейчас держишь провод вместе с планшетом одновременно, ты его царапать можешь. Бездей бой. Разве
давайте. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Дема, Дема! С днем рождения тебя! Убери эту штуку, Стас, нельзя. Я помогу. Не надо заливать ничем.